лидер. 14-й босс ЦЛК с Альвагоса. Кто еще может? А Виммитер Шам, да, получается? Я тебя слышу, если че, Медвей. Лидер, давай. Да, yes. Да он хочет вернуть меня, сука, на зов, нахуй я его знаю. Да на какой зов? Я не знаю, может я, конечно, этот... Долбоёб, но нету. Нет кнопки передать лидера, есть метка, запомнится. Зайди в рейд. Открой рейд и нажми на него, только так передается. Все понял. Тут что-то твои кнопки не завезли, нахуй. Ну, если маги глыбы прожмут на вихрях, и все засейвятся, хилы не сдохнут. У этих бабл надо будет только захватывать кого. Ну, прист тучка. И все, ну шаман, главное, чтоб не сдох. Ну, когда мы были в прошлый раз, турбойс отбивал глыбой, на. Ну так я и говорю. Главное, чтобы мы стали вместе. Потому что если он будет на шаг впереди нас, ну тогда же было что. Мы стояли все тут, нахуй, а турбойс вот тут, нахуй. Когда ты ушел, я стоял. Вот где стояли, они же видны а сейчас. А че он зай на острове, коль до нас? А я лечу. А че ты летишь, если тебя сумонили? Ты не сумонил. Не было сумонили. Пиздец. На выход. Да зачем? Кидайте вам на. Алиса, давай, начинай. Я потом кину диван. Беги пока, мастер. Давай, 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 вперед. Он дает тактику знаний, да? Ну да. Ай, попал он к этому. Вонятик? Ясно. Так. Давай, долг. Че, Алиса сдохла? Нет, у нас хила нет. Ну как бы да, въем в Долоране. Заебали АФКшек. Я говорю, суммоните, пожалуйста. А где вы были, когда вы всех суммонили? А был суммон? Был. Да. Ничего, флешка не закинула. Что за идея? Так, Алис, пока не начинай. Вот блядь, еще и диван на этих нету, блядь, на диван. Ёбана, сейчас добью. Ты мог не убегать. В Мамонте есть тоже Регги на диван. Уже так добегу. Будет с тобой? Да. Сейчас засну. Да, диван, я уже на самоне. Да, да яги кончили, забыл купить. Ух ты, сука, наёбщик, да. Сейчас куплю. Прибежим. Ну, я сейчас подлетаю, если кого надо, говорите при самоне. Смонь.
А что, с кем я? С кем? Да я уже прилетел. Тыкай. Тыкай. Может, вторую пачку трэша зальем? Сейчас скилл будет излить. Так вон бабл стоит. Он будет. Еще кого надо суммонить? Да, меня суммоните, Вэма. Я ж только суммонил. Ты что, ты пэшишься или что? Я, блядь, его суммонуть не могу. Ну, да, давай, сейчас я попробую. Да, блядь, сейчас так сделаем. Вим, ты тут? О. Пошел суммон, да? Да. Нет, не прошел. А сейчас? Прошел. Во. Мастер. Ау. Что? Пошли. А то тут оленей много. Сейчас у кого-нибудь по-любому прокнет. Да похуй, я их разъебу. Мастер, гоу. Да подожди, нахуй. Чё такое? Этот, блядь, иди нахуй в стиме ищу. Так, стой. Все РДД сделали себе 1800 стамин анбаф. 1803, товарищ капитан. Тайна маг, царь обезьян, Вим. Ты 1983 с учетом... А, с учетом каски. Пошли. Без учета каски. Там 1800 с копейками. Угу, тысяч. Как мы сейчас его разъебем? 1802. Все, погнали. Просто как мразь. Че, погоди, у меня тут босс чудовище, я не могу сказать. Я хочу разъебать этого босса, давайте разъебем. Турбо, выдай 20к, пожалуйста. Ваша заявка прилетает. У нас слишком много запросов, поэтому подождите. Поэтому подождите с полгодика, а там будет вам и 20к, и 25к. И хуй тебе надо. Ну что хочешь будет, ну. Давайте быстрее играем. Ну, знаете, у тебя 4 куска нет? Т4. Ну, так. Что так? Ну там с перчатками, но это говно. Говно не говно, с перчатками, блядь. Ты больше ДПС дашь, чем в этом говно ты 10. Даже без кап. Тебе надо как-то капать собрать, нахуй, 100% РП. Метка себе это. Чтобы собрать кап, мне нужна воля или чешка. Ну, короче, говно любое. Либо БКшного пришло. Гемона. Так. Обмен звезде дали, даю фласки. Че ты сапрот даешь? Сапрот и СПДМ. И припод. Соответственно, сапрот пропьете на третьей фазе. Далее. Быстрее, быстрее, блин. Мили. Я пока не могу использовать эту способность. Спасибо. Супрот. Припоты остались? Какие, куда? Припоты у тебя остались? Целка, а мне не давали, припот я не брал, точнее. Сейчас. А у меня есть свои, на. Отлично. Только если на армор есть, конечно, я не скажу. Нет, на армор есть только на друиде. Там 18 штук, блядь, надо делать будет.
А что, сейчас можно выпить настой ярости, а потом перепить, что ли? Да. На третьей фазе можешь перепить, либо вообще не на пятой. Дай ты просто сотрот, и все, не трать фласку на это. Не беспокойся, она стоит 45 голды. Стоп, Алиса, истри будешь давать, когда я тебе скажу на меня. Потому что ты больше никому нет. Ты что, обалдел? Раньше мне не давай, когда я скажу, только давай. Сначала ему, а потом мне давай. Ты чё там, блядь, уходит? Давай. Еще кому-то надо обмен. Все надеюсь, взяли. Соответственно, у босса 5 фаз, соответственно, каждая фаза это 20% его. Конями давай. Я успею еще. Далее. Соответственно, рыбу я поставлю, когда дообъясняю. Соответственно, первая фаза. Ставится босс сюда. Дайте рыбу сразу жить. Особенности на первой фазе. Он кидает дротик, хилует. Ты этого человека, на кого кинулся дротик, у него становится где-то половина КХП. Соответственно, его надо быстро прохилить. Иначе урон будет наноситься очень большой, пока он не сдохнет. Или пока вы его не прохилите до фула. Надеюсь, понятно. Дротик кидается на рандомного человека в рейде. Без разницы, танк ты или тому подобное. Дальше. Милишники. Будет вихрь, соответственно, от вихря надо отбегать. Не будете отбегать, накинется на вас дротик, и вы просто сдохнете. Далее. Эту метку я уберу, она здесь не нужна лишняя. Далее, вторая фаза. Босс уводится вот сюда. Соответственно, на 80%. Босс превращается в медведя, соответственно, все становятся под жопу босса, хантов у нас нет. Далее, прист. Диспелить, да, надо будет диспелить. Если не продиспелишь, в параличе будет на 3 секунды человек, которого ты не продиспелил. Далее, следственно, по этой фазе все. Далее, третья фаза. Босс тпшится в центр, отсюда, где он исчез, соответственно, тпшнулся отсюда, появится вихрь. Так, кто у нас их кайтить будет? Кайтить. Ну тут, блядь, друида Дома. Нет. Волк есть у него? Волк. Ну Алиса, волк, я думаю, волк, как обычно. Нет, Алиса будет отбивать их нахуй. Соответственно, почему? Потому что она будет отбивать их. Так она же бегала. В смысле, как? Не сможет убежать. Мы бьем по стандартной тактике, соответственно, по которой мы убивали последние разы. Танк становится вот здесь, где стоит, не доводит до угла. На 61% все поджимаются в угол, один бегает. Так там надо, чтобы чарка была на хосту, наверное, или какой-то ускорение. Чарка на ускорение, блядь. У меня такой ход должен, блядь, прибавлять. Я думаю, да, успею. Ретрика должна быть. Очарка. Соответственно, ретриком буду бегать я. Отбегу от всех, продиспелить я себя смогу. Соответственно, буду бегать я. Все. То есть на 61%. Да. На 61% вы из жопы босса отбегаете, вот сюда в угол поджимаетесь. Алиса, соответственно, чуть-чуть вперед. Будешь отбивать вихри. Будет 4 вихря. То есть, когда босс тпшнется, когда мы перейдем на третью фазу, 4 вихря должны удариться в босс, соответственно, пойти на меня. Я буду их кайтить, соответственно, бегать от них по вот такому рейнджу. Соответственно, я, когда их откайчу, когда скажу, соответственно, милишники подбегают босса и хуярят его. Действие понятно. Далее, для РДДшников с хилами. Каждый магический ваш каст, то есть даже вы юзнули и не докастовали, наносит по вам по 5000 единиц урона. Надеюсь, понятно. Соответственно, на этой третьей фазе вы пропиваете сопрот. Милишники вы можете пропить на пятой фазе. То есть хилы РДД на третьей фазе, чтобы пропили. Далее, смотрите, если вас сильно продамаживают, то есть хилы, зеленый бабл,
ты хилишь, соответственно, главное захиль турбойса. Ну что турбо, ты вливаешься. Пособа по дымагу здесь вливаться только будет по кастерам. То есть хилы сосредоточьтесь, хиляйте, старайтесь большим хилом, чтобы не затрачивать ману на бесполезный хил. Соответственно, РДД хилы примерно можете оставаться где-то вот здесь на рендже. Смотрите, главное, чтобы в вихре вы не ударились. Если вы ударитесь об вихре с меня скинутся. Надеюсь, понятно. Дальше, трусы метку я убираю на бесполезную. Хотя оставлю. В центре. Соответственно, при переходе на четвертую фазу, то есть на 40% КП, босс ставится на центр, Алиса поставишь его. То есть шаман, свои тотемы обновляешь, Алиса, даешь бомжей, все становятся под жопу босса, и два хила прохиливает рейд. Очень жестко. Это четвертая фаза. Оставить да. На рысь. Ну, можешь оставить, конечно. Далее, соответственно. Ну, по четвертой фазе это все. Далее, по пятая фаза. Дракондора. Босса уведут отсюда. То есть до 20% хп. Босс уведется отсюда и будет водиться по часовой стрелке, когда будет столб. Соответственно, перед рожей босса не стоим, потому что он дышит. Если попадете перед рожу босса, это шот. Надеюсь, понятно. Босс, когда будет водиться, перед, соответственно, с траекторией вождения его убегаем. Далее, РДД хилы. Вы набираете рейндж между друг другом, рейндж 10 желательно. Дальше. Будет босс крутиться вокруг себя. Это второй его каст. Настакивать, соответственно, дымажить по всему рейду, это хилами должно прохиливаться. И настакивать дебаф на увеличение повышения урона от огня. Соответственно, самый жесткий здесь баф это столб огня. Столб огня будет такой луч света в одну цель. Соответственно, я буду анонсировать ник, на ком он будет. Тот человек должен отбежать с того места. Соответственно, это для РДД хилов. Вы отбегаете, следите. Он дамажит в рендже 4-5 метров от того места, куда он бьет. Соответственно, отбегаете примерно вот как от Эвинар до Мидвея. Здесь понятно, такое расстояние должно быть. Дальше, милишники. Соответственно, если попадает на танка или на любого милишника, соответственно, танк переводит, милишники, вы отбежали от босса, посмотрели его, поставили, подбегаете, бьете. Фрейм босса на пятой фазе очень маленький. Соответственно, следим. Ник произнесли, отбежали, посмотрели, подбежали, бьем. Здесь понятно. Чек на готовность, тактику я объяснил. Это можно вопросик? Один сокет на стаму есть? Какой-нибудь обычный алкашник хотя бы? Есть. Медвей обмен. Сейчас кину. Кинешь по шаману хилу каплю жертвенности, когда вихри будут перед вихрями. Спасибо. Все стопудово выжили. Не должно его зацепить. Если все правильно сделаете, дымаг пройдет только по Эвинар. Так, чек на готовность. Все готовы. Отсчет на пол. Давай, Алиса. Хорошо.
Набирай агро. Набирай. Блять. Ну что, ложимся? Ложимся. Может, выйдем? Я как раз мы выйдем, давай, бежим за звездой, быстрее. Как раз бурс проебал неправильно, блядь. Мне, короче, этот рывок вообще не дался. А, если что, он не выйдет, я забыл сказать. Уже не выйдет? Нет. Заебись. Мастер, блять, диван. И дивана нету. Заебата нахуй. Пабл, дай диван, дал? Мне дали диван. Хорошо, Алиса. Да стойте на месте, что вы делаете? Встань на месте. Спиной к боссу встаньте, что вы делаете? Другие падут подобно тебе. Да, Амани. Многие падут подобно. Как я люблю этот рекаунт, вы да, главное. 6 кдпс, он выше по мне по нанесенному урону. Как? Поосторожнее, там у нас дпс хватит в любом случае. Смотришь его, блин. А глыба тебе. А там меня сорвало, блядь. У нас на пула нету, смотри, Алиса, следи за этим. Нету. Там только одно ЛП был. В этом да, вся там беда. Просто видишь. Там только аккаунт был. Ты может заранее стопай до перевода. Потому что если ты глыбу потратишь, на вихрях можешь дамаг получить. А если мы будем стопать, у нас вообще, блядь, что-то с ДПСом не тронуло. Нормально, хватает ДПС. 77. 20 капа. Секунд, нахуй, остается, блядь, в запасе. Это, считайте, еще третья фаза. Тайномаг, блядь, поднимайся, алло, объясните ему. Баф раздали. На, забыл. Я еще и бурс проебал. Лапу забыл вам повесить. Ванзай, стак, я раскол. Чек на готовность. Сейчас, секунду. Гривс там стоит, если чё, починитесь. Где-то, блять, вон. Король. Давай, чек на готовность. Все готовы? Отчет на пол. У нас вечно хотят что-то. Давай, сри. Два процента. Ноль пять процента. Рекорд. ЛП, 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 ЛП. Набирай, пока бежишь. Испел. Диспел. Чикен, не дай мне спинить, пока дышит. Да сейчас ты оторвешься.
Диспел. Царь обезьяны с лакой. Диспел. Диспел. Готовимся. 62%. Пошли в этот, в крест. Все в крест. Все в крест, сказал, блядь. Куда вы поезжали, нахуй? Тотем убери. Царь обезьян, блядь. Сейчас один вихрь. Пошли. Алиса, не войдешь, там он тебе на свой босс прошу. Ну, если что, у сестры уже нет, когда... Давай. Сильно, блять, тайна маг, алё, блять. Чё за что хуйня твою? Сказал, каждый магический каст, блядь, наносит 5к дамага. Не каст, каждая магическая битва, я кастанул стрелы. Все, лежи. Потому что арканы бесполезные. Тык в притык. Все нормально. Шаман, у тебя что по мане? Бабл, шаман. У них фу. Шамана 30к, бабл 36 нахуй, не цена. Угу, отлично. Ты мне 100 корова прохнул. Турбо ты что не бьешь, что ли? Мана кончилась. Угу, понял. По жопу босса. Уху, копии. Давай, давай, бомжей. Огненный есть, блин? 48. Хил рейд, да. Очень жестко прохилил рейд. Забирай. Угу. Есть что, скажите, когда гимн сдать? Тотем обновляй только, если какой-то сбил. Скажу, когда кинь. Давай, Гим.
3% вышкой подхить кого. Один процент. Отводи. Отводи, отводи, отводи. Угу. Сопроты выпили. Сопроты выпили, ауру от огня поставил. Давай. Деру. На Алисе, отошли. На зеленом бабле. На царь обезьян. Царь обезьян. Хиллоида дал прожимку. На Медвея. Сука. На Мастерале. Алиса, дай прожимку. На зеленом бабле. Изина. Да, да. Ты ебаный зов, блять. А че упало? Кровь бесполезно упала, блять. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Это спасибо не отделайтесь. Все в Геру на следующем КД в понедельник. Так блять, я рвусь. Место, каждый. А кому мы еще зеленому баблю запили? А че мне не показалось-то? На меч упал? Не показалось. Нет, не упал. Надо кому-то кровь Зул'джина. Кому этот грудак нужен? А что он за кровь Зул'джина? Кому-нибудь надо? Там 50к голды за этот квест дают, берите. Да, да. Кому-то нужен грудак на танку? А кому-то нужен шлем на этот слов Крис? Че, я тебе дал? Да похуй. Никому там он не нужен. Ты пишешь шлем. А ЕПН, может кто-то. Шлем кожаный. Спасибо. Да блять, я забыл. Он у меня. Хочешь? Сколько ЕП давать? Обмен. Ну, а ты где? Сколько ЕП давать? Я дам сейчас. Спасибо. Ну все, завтра целка 10 гер. Желающие. Завтра идем. Зеленый можешь идти. Вонзай, бабл, тебе надо, груток? Да зачем? А в 10 гер уже там это ачивка здесь.